بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رو دیروانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم غیبتت. Сегодня для нас самый прекрасный день. Мы находимся в том объекте нашего прекрасного российского государства. И Таджикистан сегодня вместе с вами празднует 26-е годовщине независимости, которое нам... Хочу поблагодарить сегодня тех лиц, которые сегодня очень много вклад вложили, старались, чтобы этот праздник именно проходил в Москве. Именно спортивный клуб «Орион», наш любимый клуб также «Акбар», в лице Акбара Курбонова и другие, соответственно, спонсоры. Все было сделано для того, чтобы мы сегодня здесь собрались. Хочу выразить свое личное поздравление. Сегодня я имел телефонный разговор с господином Имадием Саторовичем. Сегодня здесь находится представитель посольства. Передать личным поздравлением всех граждан Таджикистана и те люди, которые поддерживают независимость Республики Таджикистана. Огромное спасибо. Рядом со мной стоит уважаемый Владимир и добро дальнейшему приказу вперед. Успехов вам, удачи, благополучия. Самое главное, не болейте, будьте здоровы. Спорт – это вклад для того, чтобы в будущем почувствовал наш народ, кто имеет успехов, имеет, соответственно, в будущем сегодня показать лицо именно таджика. И, конечно же, организатор турнира «Орион Файтер Глобал 3» Ассаламу алейкум, столица независимости Таджикистана. Второе, хотелось поблагодарить те люди, которые вкладывали в этом турнире. И основное нашего спонсора клуба Акбара, Акбар Джон Курбонов, который в развитие нашего спорта в Таджикистане вкладывает. И в конце хотел сказать спасибо тренерам и спортсменам, которые пришли и сегодня будут показать хорошие бои. Победители все отсюда выйдут все. Одни просто с кубками, другими пустыми руками. Спасибо, что все собрались. Надеюсь, что будет жарко сегодня в столице. И дорогие мои гости, перед тем, как объявить турнир официально открытым, для начала позвольте равнение на флаг гимн Российской Федерации.
Институт представляет бойцовский клуб «Витязь» из Таджикистана! Уважаем друг друга, слушая мои команды. Напоминаю вам, запрещаются любые удары в затылок, позвоночник, пах. Боец из Таджикистана!
завершается. Большой привоз. Конечно же, соперник должен одеть футболку с названием своего клуба «Pamir Fighters». И победные слова победителя. Спасибо. Также хочу поблагодарить болельщиков. Pamir Fighters, моему старшему брату Вадиму Бадашанске Азизу, Шухрату, всем спарринг партнерам. Всем огромное спасибо. Ждем следующего соперника. Розыху, брату, огромное спасибо. И некоторых нету, но всем спасибо, короче. Вы все стали свидетелем того, что в спорте нет победителя. Сегодняшнее участие дали спортсменам, это радость всем нам. Поэтому проигравших нету. Надо гордиться тому, что сегодня наш уважаемый Руслан принял участие. Также сильнее. Надеюсь, что победа еще достаточно в будущем. Самое главное, нам надо сегодня делать то, что хотели наши спортсмены в будущем поддержать. Поддержать не надо. Уважуха. Салам алейкум всем. Если организация даст мне с ним бой еще один, иншаллах, я вам обещаю, что я покажу хороший бой и выиграю.